云托归意，未压开满花，繁星同镜之下，几途轮回真假，迷途断肠无人能答，如花无尽落晚霞，我是笑声间回荡于眼下。我不肯换过一面羽化生杀，浮沉悲欢都笑纳，我思绪满身光华，揭开谜语开入天地的造化，绽放初夏，当痴梦少年并肩天涯，开出云霞，我与风尘未苍生，风带过剑而发，任他尘世如一幻化，我又何曾惧怕，纵使结局崩塌，若问你怀下，На самом деле, я уже несколько дней думаю об этом. Я могу воспользоваться этим шансом и все прояснить между нами. Хоть мы такие разные, я выросла рядом с ним, и мы были очень близки. Так не должно было быть. Раз уж я не могу забыть его, я могу просто пойти на это. Независимо от его ответа. Даже несмотря на его высокий статус, я... Рано или поздно он женится. Кстати, старший Сяньчжу сказал, что я могу пострадать. Но я не боюсь. Спасибо, Яньшуан. Сейчас мне намного лучше. Спасибо, что просветила меня. Иначе я бы не знала, как пережить следующий вечер. Завтра я пойду в Небесный дворец и получу хорошую работу. Мне нужна гора Ниньюнь. И один тоже. Прекрасное завтра в моих собственных руках. Спокойной ночи, Аюй. Адю. Теперь, когда Аин счастлива, мне нужно утешить Адю. Я знаю, что тебе нравится Аинь. Но я не хочу и дальше видеть, как грустит Аинь. Поэтому... Во всяком случае, это то, чего она хочет. Не думал, что так сложно украсть ее сердце. Но если в ее сердце нет для меня места, зачем насильно красть? Я бы предпочел всегда быть рядом с ней, лишь бы она была счастлива. Пойду скажу Аинь, что тоже собираюсь в Небесный дворец. Что? Ты тоже пойдешь? Ты демон. Если тебя раскроют, проблем не берешься. Забыла? Теперь я дух лис. Маскировка горы умиротворения и правда сработала. Кроме того, колесо нирваны моего отца конфисковал Небесный дворец. Я должен вернуть его. Хорошо. Скоро собрание духовной триграммы. Как принцесса Орлов, я должна была работать в Небесном дворце. Но я думала, что это слишком скучно. Но теперь все изменилось. Раз вы двое собрались туда, я тоже пойду. Там мы сможем позаботиться друг о друге. Я не думаю, что у нас есть подходящая для вас работа. Уходите. Постойте. У меня слабая духовная сила. Но я... люблю усердно работать. Другие кандидаты здесь сильнее меня. Если вы попросите их выполнить тяжелую работу, они, конечно же, справятся. Почему бы вам не поручить это мне? Я хорошо справлюсь. Ты правда любишь тяжелую работу и будешь выполнять мелкие поручения? В зале Сабин не хватает людей. Кто-то должен чистить оружие. Согласна работать там? Согласна.
Перед тем, как я приехала, мама сказала мне держаться подальше от зала Субин. Иначе я буду обречена. Чего ты ждешь? Иди. Хаинь, подожди меня, я догоню. Зал Субин? Следующий. Теперь я. Зал Субин, зал Субин. Младший бессмертный. Молодой человек, вы выглядите весьма умным. Почему бы не работать в зале Сифен? Зал Сифен? Кому нужен зал Сифен? Я хочу в залу... Отпусти меня, я не пойду в зал Сифен, хочу в Сибин! Что? Ты смотришь на мой зал свысока? Старик, как ты мог меня связать? Старик? Мне нравится твоя вздорность. Я хочу в зал Сибин! Я новенькая Инь. Я поступила на службу в зал Сибин. Сложно туда попасть. Советник Юйфэн? Где он? Пусти! Иначе я разнесу весь твой дом. Разнесешь мой дом? Тогда буду внимательнее присматривать. Адзю? Приветствую, ваша светлость. Ваша светлость, этот дух Лис, мой хороший друг. Чем он вас обидел? Мы с Аинь договорились вместе пойти в зал Сибин. А этот старик затащил меня сюда. Вздорный лис. Если и дальше будешь так себя вести, я посажу тебя в клетку. Ваша светлость, он всегда был резок в словах. Прошу, не вините его. Этот молодой человек очень гордый. Пусть закаляется в зале Сифен. Пока ты не победишь меня, я не освобожу тебя. Не шутите. Как я могу драться, когда я связан? Когда это я связывал тебя? Это... Умный ребенок. У тебя есть потенциал. Адю. Нет. На меня только что напала сильная бессмертная сила. Еще раз попробую. Лень Шуан, отойди. Осторожнее. Адю, ты в порядке? Как же так? У тебя хороший потенциал, но ты слишком вспыльчив. Я... Ты ранен? Больно.
Есть кто-нибудь? Я новенькая Инь. Пришла на службу. Здесь есть кто-нибудь? Значит, это ты. Ты все время не давал мне войти. Почему? Ты мне не враг. Зачем мне останавливать тебя? В любом случае, мармеладки вкусные. Еще есть? Это я готовила мармеладки. У меня их полно. Дай мне еще. С чего бы? Ты целый день не давал мне войти. Зачем мне тебя угощать? Потому что я Фучен, заместитель главы зала Сабин. Ты же здесь для службы? Если я сорву ее, тебя никогда не повысят. Фучен? Вы бессмертные, такие наглые. Я как будто под домашним арестом. Ты... Будь нежнее, ладно? Перестань ворчать, я уже помогаю. Совсем недавно ты был таким бесстрашным, а теперь боишься боли? Теперь-то хоть будь благоразумнее. Прекрати сражаться с бессмертным Юйфеном. Когда выясню, какие заклинания использует Юйфен, и получу колесо Нирваны, я посмотрю, победит ли он меня. Адю, Юйфен старший бессмертный высшего уровня. Не будь опрометчивым, иначе ты вспылишь и проиграешь. Для колеса Нирваны нужен более тщательный план. Среди стольких бессмертных только ты. Не так уж плоха. Это так ты благодаришь меня? Ты что делаешь, больно? Извини, извини. Я не хотела. Извини, ладно? Я не хотела. Убери мазь. Завтра я еще раз нанесу ее. Что за девчонка? Хорошо. Я могу тебя здесь оставить. Но ты должна пообещать, что приготовишь мне конфет. Теперь можешь сказать, почему сдул меня и не давал войти? Я не хотел тебя сдувать, я просто... Но... Что случилось? Это больно! Что с вами? Болит, болит, болит! Где болит? Больно! Как больно! Так у вас зуб болит. Больше не болит. Девочка. Я не ожидал, что у тебя такая сильная культивация. Но почему у тебя такая слабая духовная сила? Не берите в голову. Ты здесь, чтобы почистить оружие, да? Сегодня вечером ложись спать пораньше и хорошенько отдохни. Завтра тебя ждет большая битва. Удачи тебе.
Пирожные с фасолью? Аинь, это ты? Аинь? Когда ты пришла? Почему ты мне не сказала? Ты даже принесла мне пирожные с фасолью. Почему ты пришла сюда? Поразвлечься? Я здесь не для развлечения. Возможно, ты не знаешь. Я нашла гору Нинъюнь. Нашла гору Нинъюнь? Но я пока не могу сделать ее своей. Если я не чиновник 5-го ранга, я не могу подать заявку на собственность. Поэтому я пришла сюда. Тогда почему ты отправила мне письмо и не рассказала? Я мог бы помочь? Не волнуйся. Я могу справиться сама. Не хочу тебя беспокоить. Сегодня я начала работать в зале Сыбин. Теперь я чиновник 8-го ранга. А там и до 5-го недалеко. До этого очень далеко. Аинь. Ты все еще винишь меня, что я скрыла от тебя свою личность? Ты нашла гору Нинъюнь и пришла в Небесный дворец. Но ты мне ничего не сказала. Я думала об этом. Как ты и сказал. Если бы ты мне сказал, я бы держалась подальше и боялась тебя. Я бы не чувствовала себя так свободно, как сейчас. И я все обдумала. Кто бы ты ни был, Бог или Бессмертный, ты тот же человек, которого я знаю. И все, что произошло между нами, тоже правда. Аинь, я рад это слышать. Значит, любовь между нами тоже настоящая. Когда я впервые открыла глаза, первым человеком, которого я увидела, был ты. И я больше всех доверяла тебе. В Запретной долине мы остались друг с другом. Мы путешествовали по царству демонов и прошли испытания в царстве смертных. Все это время мы никогда не расставались. Я очень скучаю по тебе. Аинь. Я тоже... Я знаю. Я знаю, что такие водные звери, как я, живут недолго. Так что у меня нет времени на пустые мысли. Я пришла сюда, чтобы сказать тебе, что приняла решение. Я заставлю тебя снова влюбиться в меня. Аинь, не говори ерунды. Я не говорю ерунды. По словам госпожи Хунчоу, когда истинный бог проснется, у него будет меньше желаний и чувств. Но я знаю, ты не будешь таким. Потому что один, которого я знаю, верный и праведный. Он не бросит ни мир, ни меня только потому, что он истинный бог. Верно? И в царстве смертных, ты помнишь, мы... Аинь, мы были влюблены из-за камня трех жизней. Уверен? Уверен, что только из-за этого. Аинь. Ты уже выросла. Не нужно так сближаться со мной. Иначе никто не посмеет жениться на тебе, верно? Не волнуйся. Но я чувствую... что я все еще нравлюсь тебе. Точно так же, как сила Бога. Она пробуждается постепенно. Что если однажды ты вернешь себе всю свою силу Бога? И твои чувства ко мне тоже проснутся. Аинь. Съешь. Ложись спать пораньше. Я пойду. Аинь. Красная фасоль содержит глубокую любовь. Знаешь ли ты, как сильно я тебя люблю? Когда осенний ветер обнимает дождь, все любовные картины на земле меркнут. Прекрасно быть вместе, но ужасно расставаться. Так тяжело для настоящих влюбленных. Дорога всегда заканчивается, но любовь никогда не прекращается. Thank you.
много раз терпел поражение, потому что вам помогало ваше духовное тело. Неплохо. Ты научился успокаиваться, а это уже большой прогресс. Ладно, я сделаю тебя стражем 6-го ранга в зале Сифен. У тебя есть свободный доступ, и ты сам выберешь время, когда ты можешь встретиться со своим другом. В случае чрезвычайной ситуации вернись. Спасибо. Добро пожаловать. Ну, мы с тобой должны были встретиться. Твои боевые навыки напомнили мне демона Лиса, с которым я когда-то сражался. А вы тоже сражались с ним? Своим духовным телом? Да. Он обладал очень сильной властью. Когда он использовал свое колесо Нирваны, ни один бессмертный не мог его победить. Поскольку он не знал о моем духовном теле, я по счастливой случайности захватил его оружие. Мне стыдно это говорить. Позже из-за сильной злой энергии его оружие было навсегда запечатано в тайной кладовой. Ваша светлость. Ваша светлость, демон Лис Хунмэй была убита. Что? Вы нашли убийцу? Еще нет. Хунмэй была одной из 4 хранителей клана Лис. Кто-то сумел тайно убить ее. Он должен обладать огромной силой, и найти его непросто. Кто на земле так сильно ненавидит клан Лис? Для них это большая катастрофа. Кто ее убил? Никакой подсказки пока не найдено. Рядом с Хунмэй не было ни капли духовной силы. И никакой другой. Либо убийца был по меньшей мере полубогом. Либо он застал старейшину Хунмэй врасплох. Так что у нее не было времени сопротивляться. Ее рана должна быть замаскирована. Кто пошел против нас? Кто это? Мы охраняли границу для короля демонов. Наши солдаты и бессмертные воины часто вступают в схватки. Должно быть, это бессмертные. Так ненавидят нас. Верно. Да, должно быть, это бессмертные. Они. Не будем паниковать. Перемирие между нами длится уже 200 лет. У бессмертных нет причин объявлять войну. Я никогда не была настроена против бессмертных. И всегда старалась вести себя уважительно. Но они снова и снова подталкивают нас. А теперь даже убили нашего старейшину. Что-то не так. Форма раны кажется мне знакомой. Я где-то уже ее видел. Это похоже на оружие демона. А не бессмертного. Невозможно. Как это возможно? Оружие демона? Демон? Почему ты до сих пор защищаешь бессмертных? Тебя давно здесь не было. Неужели ты предашь нас? И присоединишься к бессмертным? Я просто наслаждаюсь внешним миром. Тетя, не волнуйся. Я займусь делом об убийстве старейшины Хунмэй. Ее смерть не будет напрасной. Я выясню, кто ее убил на самом деле. Но прежде... Не делай поспешных шагов, тетя. Не стоит. Хуньи, ты забыл? Ты один из нас. Ты должен действовать с нами заодно. У меня тоже есть хорошие бессмертные друзья. Они часто защищают меня. Друзья? Ты слишком молод, чтобы знать, что такое настоящие друзья. Я собираюсь изучить оружие. А ну стоять! Ажо.
Ажо, успокойся. Куней высказал верное мнение. Между бессмертными и демонами всегда присутствует напряженность. Но мы пока не знаем, кто убийца, и должны расследовать. Последнее время слишком много неприятностей. Сначала старейшина Лис был убит злыми демонами, а затем Хунмэй. Мне кажется, это неспроста. В трех царствах все снова идет наперекосяк. Ажо. Я беспокоюсь о тебе. Когда я с тобой, мне не страшно. Старейшина Хунмэй, почему же вы уходите, не попрощавшись? Кто ты? Я Хунжо. Ерунда. Королева Лис никогда бы этого не сделала. Где она? Что ты с ней сделала? Хочешь знать? Мы должны рассказать королю демонов, Лин Сэну, чтобы он защищался от бессмертных. Когда понадобится, мы должны сделать шаг первыми. Очистить это бессмертное оружие очень сложно. На это уйдет много времени. Я думала, с вами труднее всего иметь дело. Но оказывается, с ними. Некоторые виды бессмертного оружия обрели сознание. Они непослушные. Я не могу их сдерживать. Но... Дядя Фучен, зачем ты привел чужака? Разве не очевидно, чтобы насильно очистить нас? Меч пустоты. Что нам делать? Мы не будем чиститься. Мы не будем. Ни за что. Этот пухлая волшебная тыква. Привет, волшебная тыква. Это девушка, рассекающая арбалет. Привет, арбалет. А это клинок пустоты. Но он вовсе не пустой. С этими тремя труднее всего иметь дело. Я Аинь. Я здесь, чтобы помочь. Если хочешь почистить их, ты должна сделать это самым глупым способом. Глупый способ? Я буду сражаться. Давай я тебя почищу, ладно? Будь послушным. Давай же. Ха-ха-ха-ха-ха!
Вот веселуха! Смешно. Яншуан. Осторожно. Айн, ты в порядке? Яншуан, что ты здесь делаешь? Я глава зала Сабин. Конечно, я должна быть здесь. Глава? Ты? Естественно, я. Фэн Чен приветствует главу. Отныне вы должны послушно чиститься. Иначе, как глава, я имею право расплавить вас на лампы. Не надо нас запугивать. Мы бессмертное оружие. Кто посмеет нас расплавить? Тогда попробуй. Яншуан. Могу я спросить, почему вы не любите, когда вас чистят? Потому что это больно. Больно? Больно? Тогда я вам обещаю, я почищу вас без боли. Будет приятно. Ну как, волшебная тыковка? Это не больно, да? Не больно, не больно. Это прекрасно. Братец меч, хочешь попробовать тоже? Я правда вас не обманываю. Это очень приятно. Может, попробуете? Батюшки, неужели чудеса никогда не закончатся? Золотая магма для полировки золота использовалась для очистки. Поэтому вам было больно. Теперь я использую свою духовную силу, чтобы не было больно. Она может очистить вас, расслабить и поддержать. Здорово, да? Фучен, это очень приятно. Хочешь попробовать? Тогда и я попробую. Готово? Айнь, ты мне очень помогла. Я рада, что ты пришла вовремя. Они меня чуть не извели. Кстати, ты не рассказала мне, как стала главой зала Сабин. Разве мы не договаривались заботиться друг о друге? Зная, что ты пришла сюда, я провела несколько боев и выиграла эту работу. Это так здорово. Ну как? Теперь лучше? Это было здорово. Ты навсегда останешься здесь? Если да, то я буду послушно чиститься. Если я останусь в зале Сабин, я всегда буду готова помочь вам почиститься, потому что мы друзья. Друзья? Ты? Ты не считаешь нас только орудием убийства? Орудием убийства? У вас есть сознание, и у вас есть эмоции, как и у меня. Значит, мы можем быть друзьями. Хорошая мысль, Аинь. Ваше Величество, почему вы здесь? Собрание духовных триграмм очень важно. Чистке оружия нужно подходить серьезно. Я здесь, чтобы проверить, все ли идет гладко. И, к удивлению, все хорошо. Будьте уверены, Ваше Величество. Я понял, что Аинь — это хорошая бессмертная. Она умная и добрая, и очень хорошо ладит с другими. С ней мы будем двигаться в правильном направлении. Если вы не возражаете, мы пойдем. Пошли. Идем.
Последний раз мы встречались на острове Байняу. Я думал, что Айнь умна, а Янь Шуан прямолинейная. Неожиданно ты тоже прекрасно справляешься. Я могу рассчитывать на вас в управлении залом Сыбин. Ваше Величество, когда я видела вас в последний раз, вы показались мне внушительным и властным. Неожиданно мне пришлось заботиться обо всем, а это очень трудно. Естественно, трудно управлять Небесным Дворцом, однако... Айнь, почему ты настаивала на работе здесь? Она хочет стать чиновником 5-го ранга и получить право на собственность. Горы Умиротворения — прекрасное место с множеством энергии. Зачем тебе право на собственность? Я хочу иметь свой собственный дом. Ты права, Айнь. Ты так много работаешь, что повышение не заставит себя долго ждать. Не забудь пригласить нас на новоселье, ладно? Договорились? Шуэр, что ты здесь делаешь? Я в кое в чем запуталась и пришла спросить вас. Это насчет Хуаяня? Вы обещали сделать Хуаяня главой зала Сыбин. Почему вместо этого вы назначили Янь Шуан? Я сказал, что Хуаянь может стать главой зала Сыбин, потому что вы сказали мне, что он сделал все, что указано в его записи о заслугах. Он действительно все это сделал. Посмотри. Это его записи. На первый взгляд он сделал все это. Но я взял его послужной список и проверил его поступки, обнаружив, что он врет. О большинстве заслуг. Шуэр, то, что сделал Хуаянь, противоречит небесным законам, поэтому мне пришлось отменить его прошение. На случай, если его накажут, они повысят. Хуаянь поступил неправильно. Но вы лично все проверили. Да. Если бы Хуаянь не был моим братом, вы бы не были так строги, не так ли? Шуэр, не пойми меня неправильно. Здесь нет ничего личного, но ты рекомендовала Хуаянь, и теперь заботишься о зале Сылу. Мне нужно больше думать о твоей репутации. Но если бы вы это не проверили, никто бы этого и не узнал. Шуэр, мы делаем все с чистой совестью, не желая ни перед кем красоваться. А как насчет Янь Шуан? Она пришла только вчера, а сегодня уже глава зала Сыбин. С ее заслугами нет проблем? Ранее Янь Шуан внесла большой вклад в развитие Северного моря. Когда она пришла сюда вчера, то сделала десятки дел без остановки и заполнила свой рекорд заслуг. Теперь она глава зала Сыбин. Под ее управлением и руководством там все идет гладко. Как я мог не нанять такую трудолюбивую и искреннюю девушку? Значит, в ваших глазах мой клан не так хорош, как ее, да? Тогда я не буду вас беспокоить. Шуэр. Что? Старейшина Хун Мэй была убита оружием диском? Верно. Такое мощное круглое оружие я могу представить только в виде колеса Нирваны. Я не сказал об этом в царстве демонов, потому что не хотел пугать тетю. Колесо Нирваны спрятано в тайной кладовой. Либо у кого-то есть подобное оружие, либо кто-то украл его и убил Хун Мэй. Фучен. Речь идет о серьезных вещах. Ты же видел здесь много оружия. Как думаешь, что это может быть? Кольцеобразное оружие? Кольцеобразное. В форме кольца. Я мало что знаю. Кольцеобразное оружие — редкость. Я редко такое видел. Не думаю, что смогу помочь. Но если ты подозреваешь, что это колесо Нирваны, проверь и узнаешь. Просто надо посмотреть. Но она спрятана в тайной кладовой. Барьер очень мощный. Кто может проникнуть внутрь? И правда. Кто бы это ни был, я должен поймать убийцу. Никто не может вредить моему клану, когда ему вздумается. Древний клен в зале Сыбин?